В Государственном музее имени Абылхана Костеева снова оживление. Сегодня здесь открывается выставка «Искусство венгерских мастеров». Вот что привлекло нас сегодня. Это «Культпоход». Здравствуйте. Говорить о прочных культурных и этнических связях Казахстана и Венгрии можно долго и с удовольствием. Народы наши близкие исторически и поддерживают отношения охотно. Выставка под названием «Истории мастеров венгерского искусства» организована при поддержке арт-фонда «Когарт» и Генерального консульства Венгрии в Алматы. Такую крупную экспозицию, выставку еще не организовали. Это первый раз. И я очень рад просто, потому что все средства были вместе. Были финансовые, были профессиональные знания, был хороший, активный, профессиональный казахстанский партнер. И только в течение нескольких недель, я могу сказать, мы могли организовать эту выставку. И это для нас дает надежду, что это продолжается. Выставка представляет собой собрание работ венгерских графиков, таких как Тибор, Черно, Жужа, Пирелли, Мартон, Такач, Иштван Орос, Миклаш, Боршеш и другие. Есть здесь и рисунки Лаоша Салая, творившего некогда рука об руку с Пикассо. Большинство работ датируется второй половиной 20 века. Искусство второй половины 20 века весьма интересно. Это высокий уровень, и я рад возможности представить его в Казахстане. А еще один мой интерес – это связи и отношения между венграми и казахами. Например, вы тоже с любовью относитесь к лошадям, как и мы. Посмотрите на лошадей в работах Лаоша Салая. И это неудивительно. Тысячи лет назад наши предки жили на этих территориях. Выставку эту совместно курируют Петр Фортасуги и Клара Исабаева, и планы у организаторов грандиозные. 15 марта экспозиция отправится в Национальный музей в Астане, а алматинцев ждут новые сюрпризы от венгерских мастеров. Что касается истории мастеров венгерского искусства, то это первая подобная выставка в нашей стране. Однако планы у организаторов большие и, главное, далеко идущие, а значит, продолжение следует. Алевтина Мадьярова, «Культпоход», Алматы.